Годовой индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары стал самым низким за последние 5 лет. Об этом сообщили в правительстве. Как отметил вице-премьер Серик Жумангарин, в прошлом году удалось сдержать рост цен на эти товары благодаря слаженной работе регионов. При этом даже к Новому году казахстанцы не увидели сильного подорожания продуктов питания, которые для населения всегда были основными товарами-маркерами инфляции.